Вести с Дагестана. Доброе утро. Сегодня четверг, 27 февраля, в студии Бетерниси Гусейнова. Сегодня на очередной сессии Народного собрания депутаты планируют рассмотреть свыше 20 вопросов. В повестке дня законопроекты, предусматривающие внесение изменений в законы Дагестана, о налоге на имущество организации, о горных территориях, о культуре, о ежемесячном пособии на ребенка, о дорожном фонде и другие. В ходе 43-й парламентской сессии планируется принять и постановление об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов члена молодежного парламента при Народном собрании, заслушать ежегодный отчет о деятельности уполномоченного по правам человека в Дагестане. Его представит омбудсмен республики Джамал Алиев. В рамках правительственного часа будет заслушана информация о реализации государственной программы республики «Развитие средств массовой информации в Дагестане на период с 2015-2020 годы». По данному вопросу выступит министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев. Земельный участок и социальный пакет предлагает программа «Здоровое будущее», инициированная партией «Единая Россия», тем медикам, кто готов связать свою жизнь с селом. Дополнительная поддержка земским докторам – существенный бонус, призналась депутат Народного собрания Зумруд Бучаева. И часто именно она становится решающей для принятия решения оставить комфорт большого города. Так произошло с героиней нашего сюжета Сабиной Уруджевой. Еще вчера она работала педиатром в Астрахани, сегодня принимает курушских ребятишек. О том, как решилась переехать и начать карьеру сельского доктора, она рассказала моей коллеге Софии Кемиловой. Вот уже год, как любимая внучка растет перед глазами, и не нарадуется бабушка. Баловать маленькую Сумаю вкусной стряпней – отрада для души. Сын с женой в поисках лучшей жизни переехали в Астрахань. Там невестке предложили работу в городской больнице врачом-педиатром. Уже успели смириться, что видеть самых родных людей будут не чаще одного раза в год. Почти 10 тысяч жителей и всего один врач-педиатр. Тем временем, как село Куруш остро нуждалось в медработниках, Сабина Уруджева трудилась вдали от родины. Родственники, подруги и просто знакомые никак не могли смириться с таким раскладом, уговаривали вернуться в родное гнездо. Раздумывала долго, признается врач, взвешивала все за и против, пока не узнала о программе «Земский доктор». Неоднократно звонили родные и близкие, говорили, что вот есть такая программа, почему бы и нет, не переехать в село, тем более, когда предоставлялись такие условия. Мы так с мужем посовещались и решили, что все-таки да, переедем. Вернулись и не пожалели. Родственники счастливы, сельчане довольны, да и бюджет молодой семьи пополнился 1 миллион рублей. На этом сюрпризы не закончились. Я была приятно удивлена тому, что кроме того, что нам выделили земельный участок, еще предоставлялись денежные средства на покупку строительных материалов и бытовой техники. Земельный участок выделили в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Сформирован дополнительный пакет мер социальной поддержки врачам. Все для того, чтобы удержать специалистов в сельской местности. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Был сформирован пакет мер социальной поддержки, в который входит выделение земельного участка таким докторам, первоочередное устройство детей в сады и в школы, выделение льготной сельской ипотеки под 1,3% на 25 лет, частичное финансирование строительства жилого дома там в процентном соотношении и определенное выделение определенных средств для облагораживания той сельской местности, в которой находится данное лечебное учреждение и трудится данный доктор. Работа не в проворот. И в дождь, и в холод приходится преодолевать немаленькие расстояния от одного дома к другому. Молодого педиатра знают в лицо почти в каждом доме. Ответственная, грамотная, улыбчивая характеризует врача мамы маленьких пациентов. Очень хороший педиатр, знаем, мы часто приходим, очень хорошо принимают. Все нормально у нас. Кабинет уютный, оснащенный, с медикаментами проблем нет. Созданы все условия для оказания квалифицированной помощи. Работу очень люблю, вызовов бывает очень много, особенно в период осенне-зимний, потому что дети болеют. Помощь нужна всем. Из 5 лет отработала уже год. По завершении контракта Сабина не планирует покидать рабочее место. Теперь, когда для комфортной жизни созданы условия, перспектива переехать в город не кажется заманчивой. На выделенном участке вскоре молодая семья планирует начать строительство собственного дома.
В Махачкале сразу на двух площадках прошел полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности». В нем участвуют исключительно школьники республики. Мероприятие посетил министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов. Соревнования посвящены 75-летию Победы, а это значит, большое внимание жюри уделит патриотическому блоку. Диана Амиралиева подробнее. Число конкурсантов из года в год растет. В планах выйти за пределы республики. В предыдущие годы, а конкурс проходит уже третий год подряд, масштабы не были такими огромными, отмечают организаторы. В этом году за первое место соревнуются представители 513 школ из всего Дагестана. Золотые правила нравственности – это те ограничители внутренние, которые каждый человек должен себе выработать. Они не определяются каким-то законом. Это внутренние законы. А когда проведены очень хорошие слова Менделеева, что знание без нравственности – это меч в руках сумасшедшего. Если раньше в конкурсе наряду с детьми принимали участие преподаватели и руководители учебных заведений, в этом за звание лучшего борются только школьники. Полуфинал в этом году прошли более 500 команд. Для кого-то из ребят выступление на сцене – возможность рассказать другим истории родственников, которые героически сражались за победу. Я сегодня представляю своего прадеда Алексея Тимофеевича Коваля, который отлично шел в войну и закончил ее. У него очень много орденов. Орден Великой Отечественной войны первой степени. Нашей задачей является вспомнить все те события, которые происходили на войне, а именно нам нужно вспомнить о ветеранах и людях, воевавших и отдавших жизни за победу российской армии. Конкурс проходит в три этапа одновременно на двух площадках. В гуманитарно-педагогическом колледже свои книжки с красочными картинками и рассказами представили дети из разных школ. Здесь ребята знакомятся и обмениваются знаниями. Начала искать в интернете, для себя новое открыла. Сейчас в 21 веке дети не особо помнят войну, не особо помнят своих предков и не гордятся. А сейчас, когда люди собрались, они могут вспомнить, начать гордиться, искать дальше свою информацию об этом. И, наверное, они еще больше начнут гордиться этой победой, что мы живем. Будем показывать лэтбук, который сделали с учителем истории, и будем его представлять. В него включены 14 фактов о Великой Отечественной войне, хронологическая линейка, ордена и медали какие там были. В этом мероприятии мы будем воспитывать чувство гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной войне. Главная цель конкурса – повысить духовно-нравственную культуру и привить любовь к родине. В итоге в финал выйдут 9 команд, по 3 команды с каждого уровня образования. Победителей конкурса ждут дипломы и денежные премии. Сегодня в Махачкале пройдет республиканский праздник русской культуры «Масленица». В программе выставка народного творчества «Русский мир», в рамках которой будут представлены блинная ярмарка, народные игры и забавы, этноподворье, выставки изделий народных промыслов, мастер-классы художественного вязания, лоскутного шитья, изготовление кукол, росписи по ткани и дереву. Театрализованное представление пройдет с участием государственных и народных творческих коллективов из городов Махачкала, Каспийск, Кизляр, Дагестанские огни, Избербаш, Хасавюрт, Кизлярского и Тарумовского районов. Веселая, красочная масленица позволит каждому участнику окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Радио России, Дагестан. Спорт. Умар Нурмагомедов, вероятнее всего, выступит на одном турнире UFC с братом Хабибом Нурмагомедовым. Номерной ивент лиги состоится 18 апреля в американском Бруклине. 24-летний Умар Нурмагомедов имеет в своем активе 12 побед и 0 поражения в ММА. В последнем поединке, состоявшемся в ноябре прошлого года, дагестанский боец успешно защитил титул UFC в легчайшем весе. Радио России, Дагестан. Погода. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается без осадков, ветер юго-восточный 5-10, в горных районах юго-западный 5-10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха 11-16 тепла, в горных районах 8-13, местами до плюс 18. В Махачкале ожидается без осадков, ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 тепла, вода в море 6 градусов.
Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Бедерниса Гусейнова, редактор Шарипа Шульгина, звукорежиссер Муминат Алиева. О событиях дня 18.10, а мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей. Вы слушали «Радио России Дагестан».